Приветствую вас, и вы не дописали свой вопрос. Я думаю, что вам нужно его задать. До конца прописать. Вышла замуж 4 месяца назад, переехала к мужу за 400 километров. Мы с ним практически не встречались, брак вслепую. То есть теперь я увидела все недостатки, что он не хочет работать и так далее. Ага, на этом вопрос заканчивается. Что я хочу сказать, это то, что вы почему-то вышли замуж вслепую. Это вот ключевой момент. Совершенно очевидно, что выходя замуж вслепую, вы старались реализовать какую-то свою потребность. Вот. А, собственно говоря, то, что нужно сделать, это вот как раз увидеть, что за потребность вы пытались реализовать, выходя замуж вслепую. Вот. Если это сделать, то, в принципе, можно и с мужем постараться найти общий язык, если что, ну или разойтись. Вот. Я думаю, что вот то, что вы сейчас на данный момент не осознаете то, как будто бы для чего вы выходили замуж и какую свою потребность вы пытались реализовать, выходя замуж вслепую, и является самым неприятным, травмирующим для вас моментом. Вот. А все остальное, в принципе, можно прожить, да, помочь вам это выразить, прожить, чтобы вас это не беспокоило, и вы смогли увидеть для себя возможности дальнейшего решения вашей ситуации. Вот. Ну и то, что вы за 400 километров переехали почти к незнакомому человеку, как я понял, это тоже определенную роль, скорее всего, играет. Я имею в виду, что тоже это все неспроста. Вот нужно понять, чего вы хотите, да, нужно понять, какую потребность вы пытались реализовать, тогда вам будет легче. Это то, что может сделать для вас психолог. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго.